despre o familie frumoasă vrem să vă povestim în cele ce urmează. Se numește familia Chinaș, o familie non-conformistă în care călătoriile stau în capul mesei, pentru care nu pot, nu există și nici nu vreau. Există doar aici și acum. Mai multe detalii despre această familie nemaipomenită vedeți acum. Familia Chinaș este îndrăgostită de călătorii. De fapt, acesta a fost și motivul care i-a unit. Iar cu apariția celor patru copii, ele au devenit mai multe, mai interesante și nu țin cont de vârstă, timp sau spațiu. Вот представляете, мы на пляже, вот деревушка, вот такие малявки бегут в воду со спицей, с куском проволоки, ну то есть это даже не спица, это кусок проволок. Они себе нырянули, накололи две рыбки, здесь же на берегу себе костер сделали, пожарили и съели. Сами африканцы, они как дети, они настолько простые, наивные. Motoul lor este că viața trebuie trăită la maximum. Investesc în amintiri, nu în lucruri materiale, pentru că ele redau cele mai puternice emoții. Мы никогда не знаем наперед, где мы будем жить. Мы не заказываем наперед и не ставим какие-то ограничения. В каждой стране мы берем на прокат машину. И на этой машине мы ездим в те места, куда нам нравится. Попасть как в исторические места, ну и там, где туристические места, так и заезжаем именно в глубинку туда, ну, чтобы увидеть реальную жизнь. Технические моменты очень простые. Первое – заряженный телефон, доступ к интернету. Заправленная машина, вот это самое главное, да, и иметь деньги те, что нужно там. Если нужны бананы, значит бананы, потому что можно было рассчитываться бананами, да, приходишь, говоришь, вот два банана, нам нужно вот это. Мы поехали с Сашей первый раз, ей было 2 недели, мы уже поднимались с ней в Румынию в горы, то есть на 2500 метров, вот мы с ней поднялись, ну, на подъемнике, но абсолютно адекватно ребенок воспринимает окружающее пространство, потому что у него нет других вариантов. То есть он не вырос в тепличных условиях. Чем дольше вы ребенка держите дома, не выпуская его на улицу, ребенок не знает жизни. Călătoriile în locurile exotice prin mijlocul naturii, unde sunt rupți de civilizație, sunt obsesia lor. Cea mai recentă a fost în Africa pentru o lună. Цивилизация еще будет. Ну, например, попасть в Дубай и увидеть развитие технологий, вот прям уверенно дети еще успеют. А увидеть животных, особенно в дикой природе, есть подозрение, что еще сколько-то лет и на планете Земля таких мест, где нетронутых человеком уже практически не останется. După atâta experiență, au înțeles că nu trebuie să-și rezerveze totul din timp. Găsesc ofertele ajunși la fața locului, iar asta le permite să economisească extrem de mult. Вам кажется, что это дорого. Просто нужно чуть-чуть углубиться, заняться, промониторить все, скажем так, собственно, лично, да, и гостиницы, и так далее. И плюс, например, питание. Вы все равно кушаете, что там вы едите, что здесь. Вы на питание потратите одни и те же деньги. Iar viața reală o găsesc trăind printre oameni, învățând prin exemplul lor viu. Каждое поколение все дальше, оно настолько оцифровывается, что мы действительно забываем, как выглядят живые животные или как выглядят там настоящие закаты и рассветы. Мы все видим даже уже не в книжках, а просто вот на экранах. Urmărind postările lor, internauții și-au făcut concluzia că totuși e un dezastru să fii lipsit de civilizație, electricitate, telefoane, dar Masha are un alt răspuns. Неизвестно, кто из нас счастливее, они или мы. Ei savorează viața, nu se grăbesc și au tot timpul din lume. În asta și constă echilibrul lor sufletesc.